Новая часть Октябрьского района получила свое название. Здесь пока нет домов, но уже совсем скоро на улице имени Ларисы Яшиной появятся первые жилые строения. Это необыкновенная гордость. Это очень большая признательность именно в том, что заслуги человека оценены достойно. То есть не просто, как бы, ну, товарищ поэт, ну и поэт. Она была истинно поэтом Пензенской земли, истинно Сурского края, потому что, говорю, всю свою жизнь она посвятила любви к этому краю. Ее творчество известно далеко за пределами нашей Пензенской области. Мы с благодарностью поминаем все то, что сделано Ларисой Ивановной за ее годы творческой деятельности. Лариса Яшина – советская и российская поэтесса, лауреат различных литературных премий, член Союза писателей России, Союза журналистов СССР и России. За свою жизнь издала более 10 сборников и стала автором множества публикаций. Она скончалась в ноябре 2020-го на 80-м году жизни.